Добрый день, дорогие мои! Мне нужно окучить картошку, потому что я не всегда сижу в белых одеждах и разговариваю с вами. Это у нас маленький такой участочек ранней картошки. Матушка отбирает специальный ранний сорт. Находится он у нас на берегу пруда и на высоком месте. Этот участочек маленький, но он будет кормить нас все лето, потому что уже буквально через несколько, 2-3 недели пойдет на нем картошка, и матушка будет подкапывать ее вот так вот, выщупывать, где она соспела, и мы будем ее свеженькую кушать. Большой участок основной картошки мы еще не посадили. Мы его сажаем 14 июня. И уже несколько лет. И это оправдывается, потому что он, картошка сядет в теплую почву и даст хороший урожай. Кроме того, она не подвергнется вот этим всем в холодной почве ранним плесеням и так далее. И не будет гнить. Она совершенно не гниет в подполье. И соседи уже убедились в том, что так лучше сажать. Сейчас пришел один, говорит: ну что, вы уже посадили? Мы говорим: нет еще. И я тоже не. И сейчас земля вот хорошая. Я босиком практически здесь стою. Нога терпит, и ей нравится. А именно такое земля понравится и картошечке. Вот так. При этом я продолжаю вам отвечать. Медведка. О, медведка, какое жуткое существо. Давайте вам покажу. Матушка их тоже ловит. Они, конечно, много на огороде вредят. О, какое, видите, существо. Вот. Китайцы их едят. Килограмм сушеных вот таких медведок стоит несколько тысяч долларов. Но мы не можем их насушить и съесть для своего здоровья. Мы с ними все-таки расправляемся, потому что они очень вредят нам на огороде. Так, ну извините, кто слабонервный. На ваших глазах я убил вредителя. Ну так вот, мы с вами продолжаем разговаривать. Вы сами спрашиваете меня о питании постоянно. И я вам отвечаю на вопросы и даю какие-то рекомендации. Но, честно говоря, знаете, для меня это не есть хорошо, как говорится. В общем-то, не любимое мною тело. И поэтому я хочу вам просто пояснить, что почему я не хочу. О, уж плавает уж. Значит, поскольку все-таки мы с вами говорим о жизни нашей по Евангелию. По Евангелию. А по Евангелию мы должны заботиться о душе прежде всего. И вы скажете: а при чем тут питание, если мы про душу с вами говорим? А я скажу, что прямо напрямую и при том, что если вы почитаете Евангелие и найдете эту строфу, вот я вам эту строфу дам бегущей линией, то там сказано: не заботьтесь о душе, что ей есть, и о теле, что ему одевать. Замечали когда-нибудь эту маленькую странность, что не заботьтесь о душе, что ей есть? И получается, что когда мы с вами говорим о питании, мы с вами все время заботимся о том, что есть нашей душе. Вы скажете: как так? Мы вроде питаемся
для тела. А если вдуматься? А если вдуматься? И вот если мы вдумаемся, то мы поймем, что наше-то питание сейчас сориентировано в большинстве не просто на то, чтобы удовлетворить голод, а у людей, которые, можно так сказать, у первобытных была забота такая удовлетворить голод. И я вас уверяю, что эта забота очень сильно сглаживалась тем, что они не думали, что есть. Я вам показал медведку. Китайцы едят все, что двигается и плавает. Вот. Думают ли они об этом в это время про душу? Но нет, по их религии душа немножечко не так развивается. Но тем не менее, конечно, это в какой-то степени снижает заботу о том, что нам есть. Но мы-то с вами думаем о душе. И когда мы слышим, что не думайте, что ей есть, мы должны понимать, что все наши диеты, разговоры, выбирание, что мы едим и так далее, оно нарушает эту заповедь. Потому что мы тратим на эту заботу части души, разум, чувства, эмоции. То есть то, что нужно бы было душе направить на деятельность для Господа и для своего развития, мы тратим на выполнение, ну, как там кажется, своего желудка. Вот, или нам кажется все время, что мы тело таким образом кормим, когда мы устраиваем себе питание, диеты и так далее. Это вы тоже должны понять, что вы не тело питаете. Вы питаете все время бактерий и всех живых своего кишечника. Это они заставляют вас думать, что вам сейчас есть, что не есть. Вот. И либо мы таким образом выполняем желание души, ненасытной в эмоциях, и эмоцию добавляем к этому питанию, что неправильная трата эмоций и нарушение, как я вам сказал, этих законов. Либо не понимаем, что мы вообще вот эту микробиоту кормим, а сами живем уже отходами этой микробиоты. Что она нам приготовит, то и будет. Поэтому те, кто думает, что «Ой, сейчас съем сырочек, пусть мое тело порадуется», порадуется ваша микробиота, порадуется какая-нибудь бифидобактерия, которая этот сырочек с удовольствием за компанию с другими навернет. Вы порадуетесь тем, что они вам в этом оставят. Поэтому, еще раз повторяю, в Евангелии не заботьтесь о том, что есть в вашей душе, что в вашей душе есть. То есть не заботьтесь о питании. Ешьте, что Бог пошлет, как говорится. Ну, нам вот послал такую идею с этой ранней картошкой. И мы ею довольны. Окучиваю я, потому что вы должны знать, что картошка растет вверх. Клубни у нее все время выше посаженных растут. То есть вот на том, что поднимается вверх по стволику. Они вот так располагаются. И чем выше кучка, тем больше здесь, в общем-то, соберется клубней и будет выше урожай. Почему и старается вот на полях большие бурты сделать. Или сейчас вот есть такая в мешках способ посадки картофеля. Его сажают в самом низу. Он растет, а туда земли добавляют, добавляют в этот мешок. И в конечном итоге земля уже доверху этого мешка. А там огромное количество будет клубней. Вот. Так что у нас вот здесь тоже, видите, мы повыше сделали. И подкапывать будет легче. И питание будет для тела.
Кстати, мне сказано, что думайте о том, как питать свое тело. Про тело-то сказано, не думайте, во что его одевать. И давайте мы в следующий раз это тоже обсудим тему. А пока здоровья вам, приятного аппетита, не для души. Аминь.